Антон Чехов и Франц Кафка, Вивьен Ли и Фредерик Шопен, Шокан Валиханов и Султан Махмуд Турайгыров. Этих и многих других знаменитых, талантливых и таких разных людей объединила болезнь, ставшая причиной их безвременного ухода. Чахотка или туберкулез до сих пор считается одной из самых распространенных инфекций в мире. По данным ВОЗ, каждый год она поражает порядка 10 миллионов человек. Болезнь ежегодно уносит жизни более 1,5 миллионов людей на планете, больше, чем любое другое инфекционное заболевание. Сегодня около четверти населения земного шара заражено этой инфекцией. Казахстан, как и ряд других постсоветских стран, ранее отличался высокой заболеваемостью и смертностью от туберкулеза. Однако за последние 10 лет, благодаря доступу к эффективной диагностике и лечению, в стране удалось снизить заболеваемость туберкулезом в 2,2 раза, а смертность более чем в 5 раз. Мировая история борьбы с туберкулезом началась с открытия в 1882 году немецким микробиологом, лауреатом Нобелевской премии Робертом Кохом, возбудителя заболевания – микобактерии туберкулеза, так называемой палочки Коха. Ученый также создал средство профилактики – псевдовакцину туберкулин, однако опыт ее применения оказался неудачным. Диагностика же туберкулеза связана с именами австрийского педиатра Клеменса Перке и французского ученого Шарля Монту. Наверняка многие еще с детства помнят эти загадочные слова «реакция Перке» и «проба Монту». Кстати, Клеменс фон Перке впервые ввел такое понятие, как аллергия. И хотя сейчас туберкулез считается излечимым заболеванием, процесс этот длительный и зачастую дорогостоящий. Как и в большинстве случаев с опасными инфекциями, значительную роль в борьбе с туберкулезом играет профилактическая вакцинация. Научились это делать ровно 100 лет назад. В 1921 году французские ученые Альбер Кальмет и Камиль Герен из Института Пастера в Париже представили первую противотуберкулезную вакцину, которую в честь ее создателей назвали БЦЖ – бацилла Кальмета Герена. Первый раз эта вакцина была введена девочке, где в семье болела туберкулезом бабушка. Тогда, конечно, срок хранения вакцины очень короткий был, и это жидкая была вакцина. И вот трехкратное с интервалом определенного времени применения вакцины БЦЖ, то есть внутрь, эта девочка осталась живой, потому что бабушка выделяла огромное количество возбудителей туберкулеза. Болезнь передается от человека человеку в основном воздушным путем – при кашле, чихании и отхаркивании. Больные выделяют в воздух туберкулезные бактерии. Чтобы заболеть, достаточно вдохнуть лишь небольшое их количество. В Казахстане туберкулез известен давно. До появления лекарств и вакцин лечить его пытались усиленным питанием, борсучим жиром, употреблением кумыса. Но по-настоящему эффективная борьба с инфекцией началась лишь в 20-е годы прошлого столетия. Был организован полный учет больных, повсеместно стали строиться тубдиспансеры, создавались научные институты. Так в 1932 году был открыт казахский НИИ туберкулеза, ныне Национальный научный центр фтизиопульмонологии. Несмотря на то, что вакцина БЦЖ была создана в 1921 году, в Советском Союзе ее стали применять значительно позже. В 1925 году директор Государственного института народного здравоохранения имени Пастера профессор Лев Тарасевич привозит вакцину в СССР из Франции. И в 1925 году на территории Советского Союза в конце года был применен вот эта вакцина, которую привезли на Украине. А уже 26-го года начали использовать его в Москве, Ленинграде, Казани, нескольких городах крупных. И последующим уже для массового использования, после того, как испытали этот препарат, только в 36-м году на территории Советского Союза начали использовать. Это включая Казахстан. Тогда, конечно, не внутрикожные делали на коже мацерацию и туда капали. И вот вакцинация таким образом провелась. Но 1962 года уже вакцинацию внутрикожно вот делается.
Одна из самых первых – это вакцина против туберкулеза, БЦЖ. Ну, как известно, ее разработали эти штаммы, ослабленные, аттенуированные вакцины. Это живая такая, которая защищает от туберкулеза, но не вызывает, собственно, это заболевание. И основы этих штаммов до сих пор используются в производстве этих вакцин. И хотя в Казахстане использовались вакцины БЦЖ сначала советского, российского, а сейчас зарубежного производства, изготовляли ее когда-то и собственными силами. Казахский НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней, ныне научный центр гигиены и эпидемиологии имени Жуматова, производил БЦЖ с 1936 по 50-е годы в Алматы. Как известно, вакцинацию БЦЖ проводят уже в первые дни жизни ребенка, еще в роддоме, при отсутствии противопоказаний. Вакцина направлена на формирование иммунитета от туберкулеза и защищает не от заражения, а от тяжелых форм заболевания. Почему же ребенок раньше умирал, дети умирали, а не вакцинированные дети? Потому что там развивается уже туберкулез центральной нервной системы. Или же такой миллиардный туберкулез называется. Основная цель введения вот, профилактической прививки против туберкулеза – защита детей от тяжелых форм туберкулеза, как менингит, миллиардный туберкулез. И тем самым, чтобы предотвратить смерть ребенка. Благодаря тому, что мы ежегодно охватываем, в этом году, например, 94% новорожденных охватили мы на уровне роддомов. Примечательно, что, по мнению ученых, вакцина БЦЖ может обеспечивать гораздо более широкую защиту от инфекций. К примеру, она способна защитить от проказы. БЦЖ, она стимулирует прежде всего и в большей мере систему врожденного иммунитета, которая отличается от специфической защиты широким спектром защиты, очень быстрым развитием необходимого иммунного ответа. У БЦЖ больше, чем у многих других микроорганизмов, бактериальных микроорганизмов, больше, чем у стафилококков, больше, чем у коренобактерий, в которые входит возбудитель дифтерии. Находится липидов, в том числе фосфолипидов. Мы исследовали это, и спектр этих фосфолипидов очень широкий по сравнению со спектром фосфолипидов у других бактериальных и не только бактериальных видов. А фосфолипиды, как потом, спустя многие годы, было выяснено, это активаторы системы врожденного иммунитета, которая обеспечивает широкую защиту. Вакцинация, применение противотуберкулезных препаратов нового поколения, современные рентгенологические и молекулярно-генетические методы диагностики позволяют добиваться ощутимых результатов в борьбе с туберкулезом в Казахстане. Тем не менее, в стране по-прежнему регистрируются новые случаи заболевания, хотя их число с каждым годом и снижается. Казахстан сегодня остается страной высоким уровнем заболеваний. Если вот по итогам 2020 года каждый 35 человек из 100 тысяч заболевали туберкулезом впервые в жизни. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, вакцинацию можно ограничить среди новорожденных населения, детей, да, тогда, когда эпидемиологическая ситуация считается благополучной. Пока наша страна остается неблагополучной по туберкулезу. Поэтому мы сегодня сохраняем вакцинацию при рождении детей и учащимся первых классов 6 лет мы проводим ревакцинацию БЦЖ. В экономически развитых странах, где туберкулез становится редкостью, вакцину БЦЖ применяют лишь для детей из групп риска. В то же время ученые работают над созданием вакцины для взрослых.
Британские ученые создали новую вакцину, которая на 50% защищает от туберкулеза. Ее применение предусматривает лишь два укола с вакциной с промежутком в один месяц. Это намного проще, чем существующая практика предупреждения туберкулеза среди лиц повышенного риска, которая требует ежедневного профилактического приема антибиотиков в течение месяца. Разрабатывают альтернативные вакцины также в России, ЮАР, Новой Зеландии, Японии и других странах. По данным ВОЗ, заболеваемость туберкулезом в мире ежегодно снижается лишь на 2%.